подмосковном Зеленограде, в небольшом арендованном помещении, Дмитрий Дуюнов вместе с сыном Евгением создают транспорт будущего. Речь об асинхронном электродвигателе. Внешне это обычное мотор-колесо, которое уже есть в продаже и ставится на электрические велосипеды. Но тут усовершенствованная и упрощенная конструкция без магнитов. Цена меньше, характеристики лучше. Ну, это уже нечто промежуточное между велосипедом и легким мотоциклом-скутером. Максимальная скорость, которую достигали на этом моторе на данный момент, 106 км в час. Пробег при скорости средней 25-30 км в час должен составить не менее 120 км на одной зарядке. Такие двигатели получаются недорогими в производстве, энергоэффективными и долговечными. Это они только обкатку проходят на велосипеде. Конечное применение будет самым широким, вплоть до тяжелой военной техники. Евгений, кстати, даже не закрывает обмотку крышкой. Говорит, она не боится ни воды, ни грязи. Никаких проблем за несколько сотен километров пробега не возникало. Несмотря на то, что ездили по лужам, по грязи, вот, никакой мусор в мотор не попал, его не заклинило, ничего не было повреждено. Между прочим, велосипед с таким мотором в конце апреля демонстрировался на автосалоне в Монако. Разработка вызвала большой интерес и в чем-то даже посоперничала с выставлявшимися рядом мощными дорогими спорткарами.